Как распечатать раскраску с фотографии? Есть несколько способов сделать раскраску. Первый. Использовать редактор изображений на вашем ПК. Второй. Печать с помощью мобильных приложений Epson Creative Print и Epson iPrint. Третий. С помощью вашего печатающего устройства. Рассмотрим последний вариант. Печать раскраски мы покажем на примере Epson XP810. В главном меню выберите пункт «Другие функции». Далее «Книга раскраска». Здесь мы можем выбрать «Печать фото» или «Рисунок на стекло сканера». Или «Фото на карте памяти». Выбираем «Печать через сканер». Кладем фото в сканер и нажимаем «Далее». В появившемся меню можем выбрать параметры бумаги, источник бумаги, плотность изображения и определение линий. Нажимаем кнопку «Печать». Приятной вам печати!